Здесь наверняка есть люди, которые знают историю Одесского рок-клуба, которые, может быть, которые даже были присутствовали при ее создании. Кто-то есть? Помашите. Я вижу, что есть. Сейчас на эту сцену выйдет человек, который, собственно, стоял у ее истоков. Этого человека можно по праву называть легендой нашего Одесского рок-клуба, легендой Одесского рока. А на сцене сегодня Владимир Сухомлин, группа «Иллюзион». Она сегодня в таком лайт-составе, неполном, но это уже само по себе знак. Поприветствуем, друзья, Владимир Сухомлин и группа «Иллюзион». Лайт-состав. Итак, группа «Иллюзион», мы сыграем очень короткую, я бы не сказал, что это программа. Три песни, может, четыре там. В полном развернутом варианте, может, так вы все придете, послушайте. Но в другой день. У нас сегодня другой повод перед вами. Потому что печально. Я бы сказал. Поехали. Косяк твой догорел, и в таких краях и твоя семья. Если мы уходим от реальности, то у нас не будет ничего. Ведь не достает какой-то малости, это твое слабое звено. Не портфель, не молоко, а отравленный кефир пустой. Кто-то машет с корабля, уплывая далеко. Посмотри, ведь это мы с тобой. Если мы уходим от реальности, то у нас не выйдет ничего. Ведь не достает какой-то масти, это наше слабое звено. Спасибо, друзья.
своей вины или чужой. Кто завтра скажет «до свидания»? Кто-то отправится домой. Давай, пляши, эльф. Твой путь не так уж и далек. Что же останется нам? Может лететь по волнам, может пожары в архивах, бывших комедий и драм. Я б сохранил, если б мог, летнего солнца глоток, а не способность к покою. Это навсегда, это навсегда, это навсегда. Острие ножа, веселый, хитрый орликин. Ты знаешь, жизнь не так уж хороша, когда ты в ней всегда один. Уж точно, но судить я не берусь того, кто утонул, доплыв. И если у тебя отличный пульс, еще не значит, что ты жив. Что же останется нам, единожды лететь по волнам? Может, пожары в архивах, бывших комедий и драм? Я б сохранил, если б мог, летнего солнца глоток, а не способность к покою. Это навсегда. Это навсегда. Где ж твой декаданс? Ты
считал наши годы, и какой отсчету прок. У меня было 2 года до свободы, но ж слабо нажать курок. Кто ты, детка, и где твой декаданс? Ты стреляла метко, вспомнил я сейчас. Между небом
и землей. Нам недолго плыть между небом и землей. Скажи в небо птиц, у окна не стой, между небом и землей мы пока с тобой. Надеемся до скорых незабываемых встреч на большой сцене.